Всем привет! Меня зовут Николай Соколов, и в этом занятии мы с вами попробуем позаниматься легатной техникой с разными ритмическими рисунками. Разделим ритмический рисунок. Возьмем тональность ля мажор, и в этой тональности поиграем небольшие пассажи. Значит, первое, что вам надо сделать, это разучить основной штрих. Он достаточно простой. Мы играем его триолями. Раз, два, три, раз, два, три. Это у нас получается, сначала вам необходимо научиться играть на каждый стук по три нотки, то есть раз, и на следующий стук метронома два. Но все это делать на один удар медиатора. А вообще лучше всего играть на каждой струне по одному удару медиатора. Куда вниз или вверх, пожалуй, не принципиально. Вот мы сыграли, потом отсюда, с этой нотки, мы с вами переходим в 9-й лад. И здесь уже у нас получается другая ритмическая конструкция, которая состоит из 16-х нот. То есть здесь уже получается на каждый стук метронома мы играем 4 ноты. То есть получается раз, два, и играем такую фразу 9, 10, 12 и назад. И то же самое играем на второй струне, только в обратном порядке 12, 10, 9. Вот это, пожалуй, шаблон, наш шаблон, который мы будем с вами играть в разных октавах. То есть для начала вам надо сыграть его в медленном темпе. Возьмем, предположим, темп, например, 60, чтобы было всем понятно. Играем темп 60. Для начала мы слушаем темп. То есть вам сначала надо привыкнуть к метроному. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз. И поехали. И. Получился такой пассаж. Соответственно, если его ускорять, то он будет немножко поэффектнее звучать. Дальше наша задача с вами состоит в том, чтобы вернуться назад в верхнюю позицию. Вот мы сыграли, пришли сюда. Здесь уход у нас есть. Дальше мы играем с вами. Этот ход мы играем с вами, такая же триоль идет, то есть раз, два, три, раз, два, три. Мы сыграли. Затем далее уходим. Сдвигаемся. Почему такой? То есть получается как дорийский минор. Вот, это потому что мы просто сдвинулись с вами с ноты ля в ноту си. Получился от второй ступени у нас дорийский минор с повышенной шестой ступенью. Но сейчас не об этом. То есть вот мы с вами играем. То есть получается раз, два, три. Раз, два, три. Это первая у нас группа идет из триоли, и дальше идут 16-е ноты. Мы сдвигаем именно указательный палец. И получается, здесь мы сдвинули. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все, фраза закончилась. То есть получилось у нас. Дальше. Из этой же позиции мы с вами уходим. Значит, получается, дальше мы играем с вами в пятой позиции по-прежнему. Опять триоль. Затем сдвигаемся. Здесь уже у нас получается тон-тон. И на четвертой струне тот же самый тон-тон, но только там у нас уже с вами 16-е. Раз. Сейчас, секунду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все, фраза закончилась. По сути дела, вот эта фраза. То есть мы должны ее теперь сыграть с вами в разных октавах. То есть это у нас первая октава наша. Все. Дальше у нас получается то же самое, только от четвертой струны. И в седьмой позиции. Сдвинулись. Вот. Обратите внимание вот на какую вещь. Когда вы играете фразы, скажем, тон и тон, у вас центральная нотка, ее можно играть, удобнее ее играть вторым пальцем. Но это опять-таки же мое чисто субъективное мнение. Поэтому вы можете играть, как вам больше нравится. Но мне удобнее играть именно вторым пальцем. Итак, значит, у нас получилась вторая фраза. Вот, далее мы с вами уходим в седьмую позицию.
так как у нас строй гитары кварта и большая терция, потом снова кварта, 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 то здесь у нас происходит с вами сдвиг. Мы уходим на вторую струну, уходим с вами в десятую позицию. Потом снова еще фраза на октаву выше. У нас получается сдвинули. И все. И далее мы с вами возвращаемся в исходную позицию. Раз, раз. То есть, точнее, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, раз. Очень тяжело считать и играть, поэтому, я думаю, если под метроном сыграть полностью, под медленный темп, под 60, будет фразочка более понятна. Итак, поехали. Два, три, четыре. И вот мы с вами пришли. Конечно, в быстром темпе это гораздо все эффектнее звучит, но если вы поиграете именно... Можно же вообще все играть либо шестнадцатым, либо триолью. И, по сути дела, будет интересно звучать. Но когда вы меняете ритмику, то вот именно когда триоль шестнадцатый, триоль шестнадцатый, то пассаж звучит так достаточно интересно, согласитесь. Желаю, чтобы у вас все получилось, чтобы этот урок пошел на пользу. Также приглашаю вас на обучение игре на гитаре со мной в скайпе. Пока.